вами попробуем положить книгу на голову так, чтобы она не упала. Положили. Плохо. Мама моя. Ищем равновесие. Глеб, будешь баловаться, никогда не получится. Я так уже делал дома. Хорошо. Стоп, убрали книги. Я держу. А теперь ставь стайки. Ставь стайки, ставь так, чтобы никому не мешать. Замерли. Глеб, сюда пустоту ставь. И еще раз попробовали положить книгу. Стоим. Нет, она не тяжелая, нормальная. Держим равновесие. А теперь попробуем все повернуться по кругу в левую сторону. Можно? Нет, руками не трогаем книги. Миша, руками книгу не трогаем. Держим равновесие. И теперь попробуем с книгой походить по нашей аудитории. Пожалуйста, подвигались. Медленно, спокойно, не сталкиваясь. Вань, уже все двигаются, ты до сих пор не можешь уложить книгу на голову. Вань.